В этом году в Люберецком районе снесено 170 незаконных торговых объектов. До 1 декабря планируется демонтаж еще более 40 павильонов. Проведенные совместные рейды сотрудников администрации, полиции и Роспотребнадзора показали, что большинство нарушений законодательства происходит в пунктах общественного питания. За две недели октября закрыто и снесено 6 киосков, в которых не соблюдались санитарные нормы. Кроме того, власти Люберецкого района утвердили новый архитектурный облик торговых объектов. Их установку планируется завершить до 1 декабря текущего года.